Здравствуйте! С вами второй курс Михаил Вартанович Искандаров. Сегодня мы вам расскажем об общежитии Архимедеса. Здравствуйте! В общем, мы находимся у заднего, так сказать, входа в общежитие. Здесь находится вход в иностранный корпус. И здесь на охране сидит дядя Вася. Уверен, вы его знаете или наслышаны о нем. Здесь находится наша репетиционная аудитория, где занимаются вокалом, танцем, концертом и тому прочее. А это одна из аудиторий в нашем общежитии. На вахте мы берем ключик, а позже его сдаем. Свет, вот. В этой аудитории у нас стоит фортепиано, станки, то есть спокойно можно заниматься вокалом, танцем и хорошо провести время с друзьями. Друзья, в общем, здесь много очень таких аудиторий, чтобы студенты занимались, готовились к сессии и всего прочего. Здесь, в самом последнем кабинете, вы с четверга по пятницу можете сдать свое постельное белье. Не знаю, нужна ли вам эта информация, но сегодня тут закрыто, потому что как бы обмен белья. И сегодня воскресенье. И сегодня воскресенье, да. Здравствуйте. На каждом этаже расположены сушилки, и, собственно говоря, они находятся в коридорах. Достаточно удобно, но что есть, то есть. В общем, так студенты сушат свои вещи после стирки. Да. Это пример комнаты студенческой. Прошу, добро пожаловать в гости. Ну, как обычно, небольшой студенческий бардак, куда же без него. Но в целом, лично мне с комнатой повезло. Насколько я знаю, вот такие шторки есть только на втором этаже. Или я могу вас обманывать? За этими шторками скрывается наша спальня. Достаточно уютно, благодаря моим соседям, которые заселились сюда раньше. Также хочу сказать, что на каждом этаже расположены огнетушители, то есть они находятся везде, в комнатах, на этажах, в коридорах. И, в общем, ну, так сказать, не дай бог, конечно, но все может быть. А это кухня общежития Гитиса. В общем, интересная плитка разноцветная, но... Такая кухня расположена на каждом этаже. То есть 4 штуки на втором, третьем, четвертом и пятом. Они везде одинаковые, то есть там плиты, где-то микроволновка, бидоны с горячей водой, кран с фильтром. Ну, в общем... Да, тут питьевая водичка, здесь водичка для того, чтобы помыть посуду. Общем, хотелось бы поднять вопрос, куда пропала микроволновка со второго этажа. К слову, потом. И еще приводят кашу, то есть овсяную можете варить или нет.